В Туркестане стартовал международный турнир по боксу, посвященный памяти олимпийского чемпиона Бекзата Сатарханова. Для участия в крупном спортивном мероприятии съехались более 200 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики и 8 стран мира. Сильнейших в этом виде спорта будут выявлять 5 дней среди мужчин в 10 весовых категориях, среди женщин в 3. Сильные составы по традиции выставили команды России и Узбекистана. В торжественной церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы Бахат Сарсекбаев и Серик Сапиев. Они приветствовали участников соревнований. Напомним, что 15 лет назад туркестанец Бекзат Сатарханов стал олимпийским чемпионом в Сиднее. И сегодня нашему именитому соотечественнику исполнилось бы 35 лет.